9 октября. День воинской славы России. 9 октября отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Битва за Кавказ длилась 442 дня. Оборонительные и наступательные операции Красной Армии проходили в сложных условиях на большой территории стратегически важного региона. Общая память об этой дате способствует укреплению дружеских межнациональных отношений между народами России –